Да, именно так и было. Вот сейчас опять смотри, опять меня. Блядь, нахуй, что творит, сука? На меня поставили 2000 баксов, оказывается. Я-то думаю, на меня 4000 баксов. Ребят, всем привет, с вами Квантум, с вами Джонни, с нами сегодня Схемов. И это GTA 5 с безумием, со взрывами, эпиком и весельем. Да-д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 а, поехали! Let's go! И это гонки, и это у нас, что это у нас, вулрайды у нас, круто. Тихо, аккуратно. Слишком завернуто все. Очень-очень опасно. Я полетел, до свидания. Давай, пока, удачи там. Я 10-й. Отлично, 13-й. Так, я так понимаю, в трубу надо ехать, да? Поеду да. В трубу, пожалуй. Ты первый, что ли, амиго? Так, я первый, тут страсти какие-то происходят, мордасти. Здрасте, поехали мордасти, в трубу, здрасте. О, наверх, о. Я четко проехал, я пока еду первым. Вот я тоже, едете. Я в кого-то врезался. Я прямо за тобой, я прям тебе в пердак дышу. Я надеюсь, это был не хакер, в кого я врезался только что. Нет! Ой, амиго, ты купа, что ты нас бросил, ну вас! Хакер меня врезался, спасибо. Ты что, не сбросился там схемов, я так нет, понимаю, да? Нет, я каким-то чудом удержался. Да хватит меня врезаться! Схемов, надеюсь, ненадолго. Ты вывалился из схемов? Да, там, кстати, на повороте держите вверх. Потому что выносит вниз. Понял, принял. Опа! Да, я понял. Этот Дисней меня бесит. Он вначале есть, не поймал. Нагнал свою позицию, все да. Четненько. Вначале подожди. Этот Дисней не может активировать нормально этот ускорение. Тут о, меня врезается. Ты блин, гребаный Дисней. Аккуратно. А, Данил, сука, первый, значит, сейчас догоню. Да, я первый еду. Я с тобой ехал. Только тут всего один круг, и это уже финиш, к сожалению. Чё? Ребят, я финишировал. Ты чё? А почему маленький круг такой? Я же второй был. Я же был второй. Один круг. Схема был второй. Давай еще один круг, чё ты? Ладно, поехали, сейчас я выйду с машины, поедем еще один круг. Ну, четвертый, так четвертый, окей. Ой, Зенторна выбралась, родненькая Зенторна, возвращение легенды. Ты 20, а надо было Зенторна брать? Нет, это 20 нормальная машина, можно брать все, что угодно, это гонка со встречным движением на Вулрайде. О, да на сейчас хардкор. На Вулрайде встречное движение? Да, на Вулрайде встречка, ребята, сейчас пердаки всем разорвут по кускам. Три круга, бессмертный квантум. Три круга, бессмертный дерево и... Так, я не понял, почему здесь поворот раньше времени о, поставили. Я все понял. Сразу я хардкор начался, нормально. Поворот такой. Ну, вы там, да, езжайте, опять на первом месте, что-то надоело. Я на пятом месте, нормально, что-то догоните, звездюлей навешу. Да, и на своем Зенторно. Зенторно, блин. В принципе, это 20 хорошая тачка, и, блин, меня там догоняет уже кто-то. Так, давай. Ну, папа. Зачем это ранить-то? Схемов, а ты где? Я восьмой, пока я прям сзади всех. Пока что-то я фак бы показал. Простенько пока что. Ну и что-то встречное движение пока что не вижу. Муха встречки, вот сейчас. Пока не вижу. Вы видели? Это подъем! Это опять сейчас был. Чувак, короче, ехал прямо, не поворачивал. Он скилл меня с обрыва, пролагал, стал на дорогу обратно. Чё? Молодец. Я теперь 9-й в итоге еду, ништяк, всю жизнь здорово. О, вау! С Волрайда чуть не слетел. Ой, какой красивый Волрайд! Ой, какой красивый! Радужный Волрайд. Вау, заносит на Волрайде! Ух! Ну, аккуратно. Это было бы, конечно, чересчур круто, если бы я там сейчас бы удержался. Фух! Тут слишком жесткая конкуренция на нормально! Еле-еле просто выжил. Есть чекпоинт взят, я второй! Да начнется встречное движение! Все, я обратно еду. Бляха-муха, я еще не могу в ту... Да иди ты нахрен, блин! Сейчас будет жопец! Блин, не долетел немножечко, пердульку не дотянул. Ой, сейчас начнется жопа! Так, ребят, повезло тем, кто успел проехать в ту сторону. Я вот, к примеру, не успел в ту сторону проехать. А я успел. А я не успел, ну лучше тихо вот разграничить. Главное не слететь, зря. Да. Это ты, конечно, зря. Здрасте. Ой, аккуратно! Нет! Я наверх! Прикинь, я наверх заехал, блин. С участием бомжа, я видел. Придурок, какой-то хрень идет по центру. Охренеть. Я вот пытался обойти, все это в меня впилился. Я третий. Теперь я слетел там просто жесть. Я из-за Данила свернул наверх. На рампу заехал. Извини, схема. Извини, случайно. Воу. Опять наверх заехал. Ладно. Зачем ты гонишь? Так скажи, мурло. Воу! Хакер, аккуратнее. Все прошли уже, все абсолютно прошли, еще ты что-то даже не проехал. Да меня схема обгонит, тихо. Ребята, давайте я... Да.
Пропил. Да, пропил. Чикпук взял, чикпук взял, третий. Чикнюк взял, ништяк, а я девятый еду. Ну ничего, три круга, ребят, три круга. Еще три круга? Блин, три круга, сука! Три круга! Это хардкор сейчас же будет, опять заново туда-сюда. Совсем немножко, совсем так, немножко. Суть. Есть, я взял чикнюк. Опа. Я девятый. Я второй. Кто там дальше? Подожди. О, так Сема на четвертый, я думал, он второй. Первый у нас кто там? Айдюсюй. Амиго, ты чё тут? Они только приехал? Пытаются. Куда? Все, второй круг, чуваки, нормально. Ничего себе, как вы далеко уехали. А как вы так смогли? Чё, не врезались ни разу? Я со второго раза, грубо говоря, на Вулрайде поехал. Тупо со второго раза. Ладно. Let's go. У меня за 3 минуты. Чё творишь, Аму? Поехали! Да, я все понял, хорошо. Блин, эти упыри просто не понимают, что такое тормоз. Что иногда нужно притормозить. Зачем тормозить? Тормоз для слабаков схема. Надо было со всеми договориться, что, типа, кто едет прямо, нужно, чтобы он по правой стороне держался, а кто обратно, то на левой. Я сверху еду, по ПДД, вот ПДД на Волраде, ребят, такое вообще видели? Я что-то не понял, я не туда поехал вообще, кажется. Вау, вау! Аккуратнее, чуваки, едьте, давайте. Я такой, алле, оп, здрасте. Джонни обратно уже поехал. Меня увидел такой, оп, проглянулся. Ладно, хотя бы так. Я седьмой уже еду, неплохо, да. Я что-то не понимаю, как здесь чехлы устраивают. Ох, чуваки, аккуратно. Я не прошел круг, а меня кинули дальше. Что-то я не понял. Ой, опять я мимо пролетел. Джонни вырвался на первый. Там просто два чувака такой проехали, в них чуть не врезался, потому что там была мертвая зона взгляда. И ты все. Взял чикнет, сейчас, я обратно поехал. А чикпук взял. И поехали вперед. Офигеть, ты там быстрый. Ты подожди хоть пацанов нормальных. Нормальных подожди. Всех 15 подождать, давай. Всех 15 не надо. Тут не все нормальные пацаны, я уверен. О, там чуваки врезались. Схемов, ты какой едешь? Я четвертый. Я наверх сейчас назову. Схемов, тебе там вообще все неплохо, я вижу, да? Не, ну зна... как? Я один еду, мне скучно, мне хочется толпу народу. А лучше всего это мне. Кого-нибудь? Я чуть не вылетел, это жесть просто было. Просто вырос на краешке. На первую позицию, Джонни. Аккуратно. Скиньте Джонни, он-то на первой позиции. Хакер! Джонни, ты слева! Тихо! Ай, сука! Врезался? Да кто-то, блин, я... Ай, я тоже! В ту или в другую сторону, ребята, в какую там сторону? Там сальтухи, чуваки, я просто проехал над Схемовым, и чувак не разминулся и врезался в меня. Ребят, знаете, в чем трудность? Ну? В том, что здесь куча людей без прав, и они не понимают, что в нашей, сука, стране, в наших странах они право, блядь, стороннее движение! Им плевать. Блин, ничего сложного. Там все друг друга врезаются просто. Джонни пошел вон, ездить не рад, ты не понял еще? Да зачем меня? Тихо, хакер, вниз. Да хакер, сука! Хакер Джонни сбил, лол. Тихо, наверх, давай вниз, братан. Ой, блин, мне из-за него, он меня прям 4 чекпоинта скинул, представляете? Блин, вы не представляете, какое зрелище, когда ты смотришь, и как на этот, на Вулрайде врезается в друг друга и падает оба. Ты нахрен, на тебя, гад! Сука, гонка, все пишут. 10 метров не доехал. Тихо. Я опять чуть в хакера не врезался на том же самом месте. Серьезно? Я перед чекпоинтом улетел. Я вниз улетел перед чекпоинтом. Я второй просто. Скидывайте Данилу. Ой, что-то не так. Ну, все, я не могу, я опять вылетел. Я уже 6-й раз, по-моему. Сойер! Блять! Ну в кого я врезался на Вулрайде, блять! Горит очаг! Горит очаг! Как верный знак! Я застрял в кустах! Тихо, разминулись. В мою сторону. Все едут в твою сторону. Воу! Аккуратно! Чуваки, разминулись, давайте! Опа! Разминулся, Джонни, выехал. Фух, четвертый, все нормально, еее! Капец, мы с чуваками там разминулись. А первый, красный ублюдок. Где вообще первый? Он жив или нет? Где походу, ты, красный? Жив. Я тебе сейчас поднасру. Я тебе поднасру. Всем, походу, поднасрешь, да? Я не знаю, чувак меня ждал и почему-то в меня врезался. Я не знаю, зачем он это сделал. О, Джонни, мое почтение, сеньор. Это мы с тобой проехали, что ли? Да. Ты уже третий круг поехал? Да, я последний круг еду. Да ладно, сука! Я же первый был! Правое стороннее движение. Право, блядь, стороннее. Чувак вообще когда в отбойник улетел, ему плевать на все в отбой. Чувак на ровном месте тупо вниз улетел.
Хакер! Хакер! Питота! Там чувак этот, сальтуху сделал на тачке. Я, блин, о, хакер, это, здорово. Это я сальтуху сделал, блин, я еще могу выехать. А, на белой тачке ты был? Да. Я видел, что жопа как-то начинает. А, сука, я тоже сальто сделал, не справился с управлением. Я взял чекпоинт. Хакер, хрен тебе по морде, по губам, ни хрена ты меня не смог. Ты уже обратно, Данил, едешь? Да. Не дай нам, Даниле, проехать. Да ты охренел, я что разрулю. Я не дам, я не дам. О, не давай, не давай. Он а, не... я дал его проехать. Он не дал. Эх ты, ну бас. Я сейчас проеду и не дам проехать. Я первый, Вася, слышишь? Я лет 10 уже за рулем. Я наследство передал. Даниле просто. Кстати, да, мне скоро права же менять настоящие. Сейчас это тут... 10 права. У меня тупо мощности не хватило. И куда он делся? Тот, который первый ехал. Он что, застрял? Я не... Да ё-моё, мне заново. Ты все уже до финиша? Он за мной едет, Кава. Я вижу его по радару, сзади меня. Подожди, это ты... Да, сука, это не Данила был. Я уже как бы это вниз поехал. На землю вернулся, сука! Я же был первый! Первый! У меня важная новость для всех. Какая? Я, кажется, охрип. Из-за этих сукиных детей. Вон Кава едет сзади второй. Первый приехал, да, детка? Да ну в заднем, ну я... Тупо забрали у меня лидерство. Забрали, отобрали. Амиго, ты приехал? Да. Наки, ты лакирок, блядь. Тихо, пожалуйста, никого. Все, никого нету. Блядь, лакирок. Опа, разминулись. Хакер стоит, ждет кого-то. Походу, он стоит, схема вас ждет. Он меня ждет, я третий. Меня тоже ждет. А ты... А Джонни хотел скинуть, я, короче, сначала вверх поехал, Джонни такой вверх взял. Я подумал, ах ты жопа, Джонни. Знаете, какую функцию надо на трассах таких делать? Перекраска машины, чтобы хакер, блин, не мог нас определить сразу. Вау. Вот он едет. Хекст. О, я проехал с первого раза. Да, сука, хакер, блядь! Блять, просто! У меня сейчас жопа взорвется из-за него! Чё, Джонни, блядь, ты врезался в меня! Правостороннее движение, блядь! Хакер стоял минуту две, наверное, ждал, ничего не делал. А потом поехал и именно в меня въебался! Именно в меня! Да, именно так и было. Вот сейчас опять, смотри, опять меня! Блять, ну хакер что творит, сука? Он, понимаешь, он специально... Куда тебя понесло, Вася, стой! Он на вулрайде... Спасибо. Он тебе помог. Да, он спас. Ты понимаешь, хакер специально всю дорогу на вулрайде загородил, чтобы я врезался в него. Но я проехал мимо него. Сука! Схема, мне жалко уже. Нет, мощности не хватило, я улетел. Вот этот жёлтый хрен! Так, блять, окей. О, смотри, Данил! Ты видел? Я тупо скоросил! Джонни срезал полдороги. Тихо, главное не упасть. Бля, спасибо. А в какую сторону тебе ехать? Джонни, привет! О, спасибо, схема помог мне. Куда ехать? Меня тупо скинули, и я заново. Да, заново? А, нет, не заново, но тупо скоротил реально. Сейчас такой хакер будет ехать. Тихо. Я испугался и сам, блин, напоролся. Ё-моё. Джонни проехал. Чик-пук. А ну, что со схемой там происходит? На, я улетел, понятно. Хорошо, Квантуму, да? На него никто не охотится, блин. Самой с нами хакер охотился и Джонни. Да ни хрена он не охотился. Плохо охотился, блин. Надо выговор хакеру. Плохо охотился на Квантума. Он решил на меня охотиться потом. Опа, поехали. Все. Я закончил. Спасибо огромное. Дан. Ты приехал? Пау, да.